Слушайте, очень веселят мужчины, которые говорят, ну, женщина, которая родила, она уже непригодна для секса, потому что у нее там прям ведро, прям мужской половой орган просто оттуда выпадает, как птенец из гнезда, и валяется там на полу и пищит, мол, помогите, помогите, я ничего не чувствую. Вот смотрите, я, как и все женщины, которые рожали когда-либо, используем вот такую вот штучку, называется тампон. Диаметр этой штуки, наверное, всего 1 сантиметр, и она у нас не выпадает. Поэтому, если ваше мужское достоинство постоянно откуда-то выпадает, может быть, это не мужское достоинство. Может быть, это не достоинство. Может быть, это недостаток больше. Fuck you. Вот и все, вот и все.